Итак, мы приехали в школу School of Prince Wales. И такое интересное место. То есть это мы уже еще дальше уехали от центра Джорджтауна. Это вообще получается прям сильно за городом. Здесь такой частный сектор. Козочки бегают, коровки пасутся. Здесь Starbucks расположен, высокие ЖК тоже. И вот что мы видим. Мы видим, что нам надо идти туда. Слышно, как казака кашляла. Серьезно? Да. Так, ну что, надо по стрелочкам идти, получается, да? Да. Ну, пойдемте по стрелочкам. Пропустят они нас, козочки. Так, а здесь что? Книга. Ага, из книги, да? Так, пошли дальше. Надеюсь, не пропустят. А красивые какие козочки-то. Идем, идем, Вероника. Давай, давай, не бойся. Давай руку, проходи. Пропустили. Так мы и шли до ворот школы, читая книгу про то, как слонята очень хотели увидеть красного папу. И чудо случилось, а на утро они получили подарки. Рождественские ярмарки – это традиция в международных школах. Школы с детьми и их родителями заранее к ней готовятся. Придумывают конкурсы, распределяют роли. В день ярмарки двери открыты для всех желающих. Это дополнительная возможность познакомиться со школой. Родители с детьми украшают свои стенды и продают кто что придумает. Часто делают своими руками – сладости, напитки, украшения, вещи. В этот день проводят мастер-классы, конкурсы. В основном все платное, и вырученные деньги идут на благотворительность. Это одна из задач ярмарки – привлечь детей и родителей к совместному занятию и помощи нуждающимся.
Было весело. Теперь ждем, когда будет такая ярмарка в нашей школе.